Привет, друзья! С вами Мажей Гризли, и мы продолжаем выживать вместе. Мы сейчас находимся в психлечебнице Blackwood Pines, которая давным-давно была заброшена, и наше текущее задание – откройте дверь в часовню с помощью пропуска. Вот только что мы там взяли пропуск вот в этих вот, не знаю даже, как они называются это, в общем, в штуках, где лежат трупы. Вот он, этот пропуск. И когда у нас там рука-то в капкане застряла, волк так подошел. И он, в общем-то, ведет себя точно так же, как таинственный незнакомец, просто смотрит. И причем смотрит он каким-то зрением таким непонятным, как будто бы у него вместо глаз какие-то тепловизоры стоят, что ли. Смотрит, но не нападает. И мы поднимаемся в часовню. Опять меня напугал до смерти просто. Понятно. Мы же по тотему видели. Что мы гладим белого волка. И вот этот таинственный незнакомец, который по этой лечебнице бродит с этими волками. Вроде бы они как бы и не опасные, мне кажется. Вот уютная кроватка нашего психа. Может, это не он туда Эшли-то притащил? Джессику, точнее. Уже был. И мы вновь оказываемся в холле. Здесь мы уже все обходили. Ну, в общем-то, я считаю, не зря мы и в подвал сходили, тотем там нашли. Не зря прошлись вот так вот в окружную по лечебнице, тоже массу улик нашли. Текущее задание: откройте дверь в часовню с помощью пропуска. Почему они эту психлечебницу называют часовней? Или там часовня отдельно где-то в этой лечебнице стоит? Друг человека. Майк не ударил волка. Ну, на самом деле, Майк не ударил волка, потому что я не понял, чего там делать-то надо. И просто я бездействовал, стоял. Вот у нас открылся один из эффектов бабочки — друг человека. И меня сразу же посетила мысль, может быть, вот когда вот как раз-таки Джоша-то мы хотели спасти, может быть,
Крису также надо было просто стоять, ничего не делать. Может быть, и механизм этот бы и не поехал бы никуда. То есть вот эта вот пила, которая его там пополам разрезала. Тихо, песик, тихо. Тихо. Хороший мальчик. Песик говорит: так, доброжелательность, храбрость, придумайте текущее задание, придумайте, как открыть ворота, и следуйте за незнакомцем. Волк-то такой истощавший весь, не пропускает он. Давайте отступим. Тихо, дружок. Тихо. Надеюсь, он не расценит наше отступление как... Вот молодец. Отлично. Как возможность на нас напасть. Потому что там нападают, когда видят, что их боятся. Вроде так. Улика, стена с заметками. Ну, Майк говорит: урод чертов, таинственный незнакомец, но не знаю, тут дело-то непонятно совершенно. Может быть, это и не убийца, может быть, это человек, который ищет убийцу, например. Стена с заметками, найдена в лечебнице. Карта горы, где отмечены места явлений и недавних исчезновений, а также проставлены даты. Явно кто-то был одержим этим делом. Может быть, он ищет его, никак поймать не может. Возможен же такой вариант? Я думаю, что возможен. Не хочу я открывать, спешить открывать все двери, потому что откроешь дверь, и назад хода уже может не быть, а нам надо все осматривать. Волки будут сытые и довольные. Как бы не расценил волк это так, что как будто бы я у него пытаюсь украсть эту кость. Он же как-никак меня не знает. Я же для него незнакомый человек. Так, и что тут у нас? Пистолет нашли. Есть. Это хорошо. Надеюсь, он-то хоть с патронами. Давайте вернемся, проверим дверь и сразу же пойдем к волку. Тут что-то еще лежит?
Вот те самые сигары, которые мы ранее находили в шахте. Коробка из-под сигар. Деревянная коробка из-под сигар. Внутри осталась одна сигара, на ней характерный марочный ярлык. И вот ранее мы находили вот эту вот улика, сразу же она обновилась. Новая информация. Марочный ярлык тот же, что и на коробке из-под сигар, найденный в лечебнице. Вот так. Значит, он это и был в лечебнице. Там сигар, вот точнее в шахте сидел, сигары курил. Пойдемте попробуем открыть дверь. Написано «Выход». Давайте сходим, кость-то отдадим, а то Майк ее так и таскает в руках, эту кость. Кинем ее волку. Где он там? Вот он. Эффект бабочки. Друг человека. У Майка появился новый друг. И вот показывают нам как раз картинку. Вот на правом крыле бабочки. Видели мы эту картинку в тотеме. Что Майк гладит волка. Да. Тихо, дружок. Тихо. Вот молодец. Отлично. Статус обновлен. Доброжелательность и храбрость у Майка так. Высокие. Нравится? Да, всем нужно немного ласки, правда? Да, вот так, молодец. Но я-то думал, тут проход есть. Но каждый раз, когда он подходит сюда, он вот так, просто молодец. Гладит волка. Значит, прохода сюда нету. Ну что, идем в эту дверь. С волком подружились. Курточку себе нашли. Револьвер. Разыщите незнакомца. Очередной тотем. Тотем смерти. И на видео нам показывают, что Майк жертвует собой, взрывает. Но один пропустили мы, что ли, тотем? Вот здесь нету тотема. Давайте проиграем события прошлого. Зверь и мой дед.
И вот годы спустя на эту гору явились шахтеры. В шахте случился завал. Обезумели убийцы. Пожиратели человеческой плоти. Лун и много охот. Я все-таки поймал его на прицел. Но... И показывают нам Ханну и Бета. Вот когда вот видео было, вот этот кусочек видео, отрезочек, я все-таки поймал его на прицел, там в самом конце мелькнули вот как раз-таки Ханна с Бет. Запутанная история, очень запутанная. Найдена улика, фотография спасенных шахтеров. Фотография спасенных шахтеров. Фотография в рамке, датированная 1952 годом. На ней шахтеры из обрушившейся шахты. Тут сказано, что все 12 спаслись. Новая информация. Карточек табельного учета было 30 штук. Чудесное спасение. Все 12 шахтеров, попавшие под завал 5 января 52 года, были спасены. И вот здесь у нас новая информация. На фотографии было только 12 шахтеров, 30 карточек табельного учета. Ну, понятно. Параллель, я думаю, провести несложно. Уже массу улик мы по этому поводу нашли, что скрывали работники этой лечебницы, что с 18 шахтерами что-то там неведанное произошло, в какое-то они такое состояние впали, начали нападать на врачей, есть их, убивать, в общем, обезумели. Мы все ниже и ниже спускаемся в поисках незнакомца, уже прям в подвал в какой-то пришли. Задание тоже? Да, текущее задание тоже. Разыщите незнакомца. Здесь ничего нет и стоит бочка. По всей видимости, она преграждает нам путь. Конечно, заперта. Ее надо будет оттолкнуть. Ладно. Но мы так все патроны потратим. Опа. А вот и пожар. Оттолкнул он бочку, по всей видимости. Черт. Из нее вылился горючий какой-то материал. Вот так вот. Мэтт, верхняя станция фуникулера. 1 час 5 минут.
Вот так вот таинственный незнакомец там сидит, вовсю за нами наблюдает, неужели Джош погиб? Управляет неужели воротами. Так. А что, если они ошиблись? Что? Может, надо было заглянуть в сарай, чтобы убедиться? Не знаю. Есть вещи, которые увидишь и потом никогда не развидишь. Да, наверное, но что-то необходимо увидеть своими глазами. Лучше поверю на слово. Нет, но все-таки я считаю, что вот этот таинственный незнакомец, за которым сейчас идет Майк, он все-таки не убийца, потому что вот мы видели там, показывали нам в лечебнице этого незнакомца, который там с волками. Он все-таки как-то вот одет в одежду, без маски, по-моему. А вот этот вот человек в маске клоуна-то, который только что смотрел по камерам, наблюдал за нами, он сидит где-то, мне кажется, в другом месте, в маске. Он, у него такие неопрятные, длинные, грязные волосы. В общем, краска. По-моему, два разных человека. Краску нашел Мэтт. Даже, говорит, не высохла. Так, и у нас тут еще один тотемчик. Опа. Тотем смерти. А вот и недостающий тотем. Ну, я смотрю, прямо Мэтта уже двумя разными способами убили. По крайней мере, предсказывает нам и этот тотем. Один раз он там, ему, по-моему, пол лица откусили, как-то он упал замертво. И сейчас вот мы видим, что он падает со скалы и разбивается. События прошлого. Вот я смотрю, у нас там один отрезок объединился уже. Зверь. И мой дед. И вот годы спустя на эту гору явились шахтеры. В шахте случился завал. Обезумели убийцы, каннибалы, пожиратели человеческой плоти. Ганнибалы. Ганнибализмом они там. А почему я говорю ганнибалы? Каннибалы, на, конечно же, каннибалы. Ганнибал — это, по-моему, просто обычное имя. Смотри. А каннибал — это как раз пожиратель. Пожиратель людей. Что он сказал? Смотри, топор. Найдена улика, топор. Ранее мы осматривали, вот там вот обновилось. Топора мы не обнаружили. Найден топор в двери станции фуникулера. Из двери станции фуникулера торчит топор. И раньше его тут точно не было. Да, действительно, его тут не было. Ведь мы же приехали сюда буквально несколько часов назад. Новая информация. Мэтт с Эмили нашли топор. Он был у станции канатной дороги. О, ну что такое? Тут заперто! Ну что смотришь? Ломай дверь! Да ты что? Начнем ломать дверь, маньяк услышит. У тебя есть идеи получше? Нету. А если... Смотри! Что? Окно. Отлично, Мэтт. Я как раз могу просунуть в эту щель свою помаду. Не, серьезно? Ты туда не протиснешься, здоровяк. Так, ладно. Была не была. Сейчас. Как? Просто руби!
за бред? Мы же были тут пару часов назад, это сделали только что. Что здесь вообще творится? Наверняка это тот чувак, который добрался до Криса и Эши и Джоша. Он знал, что это единственный путь назад. Не пугай меня. Ты посмотри, где теперь вагончик. Но это не так уж и далеко, да? Ты сможешь допрыгнуть? Ха, я, конечно, крут, но не настолько. Хотя, Вальчон. Ну, Мэтт, если допрыгнуть, ты не сможешь. Что делать? Я не знаю. Он тут прям все в клочья разнес. Думаю, он прекрасно знал, что делает. Да уж, кто-то тут от души постарался. Ну и разгром. Тут и так все на ладан дышало, а теперь тем более. Смотри, пожарная вышка. Эй, Магеллан, может нам все-таки запустить фуникулер и отчалить, а? Пожарная вышка его привлекла почему-то. Очень мило. Не в моем вкусе. Отлично. Без ключей не уехать. Так что мы опять ни с чем. Есть же и еще пожарная вышка, помнишь, на той карте? Ну, можно попробовать. Может, там есть радиостанция или телефон, что-то должно быть. Да, наверное. Нам нужна радиосвязь. Да, найдем радиостанцию, позовем на помощь. Кто-то должен услышать наш сигнал. О, смотри-ка, кто-то учится играть по правилам. А? Каким правилам? Правило 1. Эмили всегда права. Правило 2. Что бы ни происходило, Эмили всегда права. Ну-ну. И у нас там обновлялся эффект бабочки. Общая цель. Мэтт поддержал идею Эмили пойти к вышке. Еще раз. Карта такая, да. И у нас доброжелательность и храбрость и отношения с Эмили улучшились. Наша следующая цель. Следуйте за Эмили. Вот так вот. О, погоди. И что ты задумала? Пытаюсь вытащить нас отсюда, тупица. Но все время я путаю эти кнопки. Ты как, нормально? Так. Так. Думал, уже все. Потеряем мы Эмили.
что я еще жива. Но ты тут ни при чем. Слушай, Эмили, ну я же пытался. Плохо пытался. В другой раз я поймаю. Честно. В другой раз? Ну... Ну, Эмили-то, я смотрю, все время такая недовольна она чем-то. Тотем. Тотем наставления. Показывают, как Эмили дает Мэтту ракетницу. Зверь, и мой день его одолеть. И вот годы спустя на эту гору явились шахтеры. Его одолеть. Добавилась у нас запись. Ну что, идем за Эмили. Идем к этой. Следуйте по тропе, ведущей к пожарной вышке. Идем за Эмили, идем к пожарной вышке. А если оно не работает? Что? Ну, радио. Работает. Но если вдруг нет, что будем делать? Может, нам просто спуститься? Спуститься куда? С горы. Ты это серьезно? А что такого? Она же, типа, не в небе парит. Ха, без разницы, там же нифига не видно. Ну, может и не придется. Думаешь, этот психопат утром возьмет и убежит? Нет. Но может найти укромное местечко и затаиться, переждать. А утром уже будем думать, что делать дальше. Если только не в доме прятаться. Он ожидает, что туда мы и пойдем. Ну что, друзья, давайте к пожарной вышке отправимся чуть позже. Сделаем небольшой перерыв. Отправимся в следующей серии. Всем спасибо, кто меня смотрит. Всем пока. Всем до новых встреч. Уже завтра будет новое видео.